Тихо, идет двойная съемка для онлайн-лагеря и наших зрителей. Сегодня по плану запись мастер-класса по этикету. Обучает тонкостям этого дела Вера Чернякова. Она знает каждую мелочь в сервировке стола и правильном чаепитии. Прямо сейчас, записывая видео для летнего калейдоскопа, Вера Николаевна учит, куда нужно поставить угощение, для чего пригодятся щипчики и как правильно кушать варенье. Когда вы кушаете вишневое варенье, там есть косточки. Вы сначала должны ягодку скушать, затем вот эту косточку язычком вытолкнуть на чайную ложечку, а с чайной ложечки уже на свое блюдечко. И еще сотня подобных советов совершенно бесплатно будут доступны каждому участнику проекта. Для Веры Черняковой преподавать на онлайн-платформе в новинку. Все-таки она привыкла делиться своими секретами во время живого общения. Но профессионал легко может переключиться на современное направление, которое диктует нам время и обстоятельства. Я вообще люблю общаться с детьми тет-на-тет, потому что я вижу глазки, я вижу, что они хотят спросить, я могу спросить их что-то. А когда вот онлайн, в одну сторону идет моя. У вас есть Софья? Софья, да, Софья у нас молодец. Софья, с Софьей очень приятно работать. Знакомьтесь, Софья Белоусова. Яркая, харизматичная, современная. По задумке организаторов, именно она станет главным помощником, своеобразным проводником между взрослыми и зрителями в этом онлайн-проекте. Пока будет работать лагерь, девушка расскажет много полезного, а главное, на себе испробует разные направления. Помогать буду своим ребятам узнать новое о нашем городе, о новых местах каких-то, о Азовгоре, вот, например. Я буду заниматься кулинарией, поеду на спортплощадку, и обо всем вы в скором времени узнаете. Несколько дней назад в центре завершилась онлайн-смена координаты NEXT для любителей узкого направления, попросту технарей. Летний калейдоскоп рассчитан на большую аудиторию. Мы будем общаться с детьми практически, как будто бы мы вместе. Поэтому, я думаю, заинтересуют, и дети узнают много нового. Будут заниматься с детьми и прикладным творчеством, и этикой, эстетикой, и много мастер-классов. Будут очень интересные, занимательные игры с мультипликационными героями. То есть я думаю, что дети получат все на разный возраст, на разный темперамент, на разные интересы, найдут все, что хотят, наверное, получить. Скажете, это все есть в интернете? Соглашусь. Только для наших полевчан будет подобран эксклюзивный авторский контент, которого на просторах всемирной паутины найти можно, но сложно. Онлайн-лагерь разместится в группе центра ВКонтакте. В онлайн-лагере «Летний калейдоскоп» будет очень много интересного. Это различные мастер-классы, экскурсии, каждый день новые спикеры и интересные задания. Но неизменным останется утренняя зарядка. Ольга Демьянец, Константин Миронов, новости 11 канала.